Всем здорово, всем здорово, всем привет. Ну что ж, пришел стационарный новый блок питания. Стоял вот такой вот, 2 ампера. Но сейчас я пришел уже к выводу о том, что его не хватает. 12 вольт. Кружку беру, вот такую вот классную кружку мне для кофе подарили. Вот, будем распаковывать новый блок питания и его проверять. Вот такая вот дура пришла. Ссылка, кстати, будет на него снизу находиться под видео на китайцев. Будем распаковывать его. Так. Эх, вылазь. Красавец. Вот такая вот дура. Интересно, влезет он туда или нет. Там были с разными подсветками, разным цветом табло. Я выбрал красный. Ну, я к нему привык. Надеюсь, красный там и будет. Вот такая вот дурында пришла. Вот такой вот замечательный стационарный блок питания. Что там в комплекте есть? Инструкция, наверное, на китайском. Да, наверное, на китайском. Но это уже не важно. Вот такой вот блок питания. В смысле блок питания, розетка на 220, вот такая. И вот такой вот замечательный шнурок с двумя прищепками. Что ж, будем его подключать и проверять. Сейчас заодно сверим и с тестером. А нет, с тестером не сверю, тестера с собой нет, в машине остался. Что поделать? Ну ладно, хотя бы просто его подключим и посмотрим, как он себя ведет. Так, пока этого отключим. Так. Вот от этого провод, который был подключен. Проводок от него. Он был с хорошим, качественным китайским проводом. Прослужил мне столько лет. По работе в нем проблем обнаружено не было. В общем-то, думаю, так как он еще рабочий, то я его в ближайшее время разыграю у нас на канале. Думаю, кому-нибудь он пригодится в работе. Вот такой вот чудный блок питания. Вот мой старенький, который отработал столько лет. Что ж, попробуем этот поставить на место того. Ух ты, как родной стал. Сейчас вам покажу, как выглядит. Вот здесь вот в стол стал отлично. Что ж, будем подключать к нему питание 220 вольт. И будем его включать. Как думаете, включится или нет? Китайцы ж они такие. Хотя продавец проверенный, как я уже говорил. Не единожды у него брали. Так, а проводок у него не очень хорошо подходит, длинный. Надо будет провод поменять, который сразу с изгибом идет, а не прямой. Где-то у меня были, но пока искать не буду. Нету на это время. Подключим его в розетку. Итак, блок питания подключаю на него. Как думаете, включится или нет? Па-бам! Ого! Так, включился. Это более точно. Это у нас... пределы какие. Двадцать один. Прикольно. Крутим, уменьшаем,
Ну, вроде крутится. Напряжение меняется. Более точно подводка тоже работает. А это у нас, судя по всему, либо токи. Да, это токи, которые пропускные. Только он, к сожалению, не пишет, какой ток используется. Предполагаю, что необходимо его подключить к нагрузке, чтобы токи менять. Ну и давайте, конечно, 30 вольт и закоротим. Сработает у него защита или нет? Должна сработать. Оба-на. 5 ампер показано. И защита вроде как даже почти срабатывает. А давайте меньше ток поставим. И закоротим. Вот, 2 ампера у нас. Слышно, как внутри щелкает релюшка. Вот мы в коротком. 3 ампера и напряжение уходит вниз. Загорается лампочка о том, что ЦЦ, короткое замыкание. Ну что, вроде работает зверюга. Осталось поменять только провод 220, чтобы он туда нормально помещался. Как я уже сказал, ссылка на него будет находиться внизу под видео. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, внизу пишите свои комментарии. Всем до скорых встреч, пока-пока.